Поехали. С нами нападающий команды Хумо Егор Дорофеев. Поздравляем вас с победой. Ваш комментарий по игре. Ой, тяжело, долго вкатывались. У нас 2 дня переездов было. Мы из Белоруссии пока добирались до Ташкента, из Ташкента сюда. Из-за этого как-то долго не могли какую-то физическую форму свою найти. Пропустили 2 ненужных гола, но в третьем периоде показали. Вот через такие игры доказывается, показали, что мы команда, достали, а там уже по буллитам наши мастера были лучше. Как вам игра соперника сегодня? Интересная игра, они усилились хорошими игроками в этом межсезонье. Пришли сильные игроки, технически оснащенные. Хорошая команда, веселая. Как будете подготавливаться и готовиться к следующей игре? Ну, сегодня отдохнем, поужинаем. Не знаю, ребята, наверное, кто-то на хоккей пойдет сегодня вечером посмотреть. А завтра у нас тренировка и восстановление. Обычная программа. Спасибо большое. С нами был нападающий Хумо Егор Дорофеев.